Здравствуйте, уважаемые коллеги! Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников приглашает педагогов и управленческие команды принять участие в стратегической сессии «Цифровая образовательная среда. Новый взгляд на структуру урока», которая состоится с 18 по 29 октября и получит свое заключение в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Научно-методическое сопровождение реализации федерального государственного образовательного стандарта. Опыт, проблемы, пути их преодоления» на секции «Вектор профессионального развития педагогов в условиях непрерывности». Стратегическая сессия направлена на распространение эффективных педагогических и управленческих практик трансформации образовательной среды школы, работающих в новой цифровой среде. Мы предлагаем вам посетить серию стажировок на базе образовательных организаций и погрузиться в практическую деятельность освоения новых цифровых ресурсов, познакомиться с практикой их применения в урочной и внеурочной деятельности, увидеть потенциал цифрового оборудования на разных учебных предметах. Участие в практической конференции позволит вам задать педагогу интересующие вас вопросы и получить квалифицированные ответы, что позволит нам без труда интегрировать их практику в свою педагогическую деятельность. Прошу учесть, что заявку на очное участие в стажировке необходимо подать заранее на адрес электронной почты центра. Форма заявки указана в программе стажировки. В то же время, если вы по каким-либо причинам не сможете посетить стажировку, но опыт, представленный коллегам, для вас ценен и интересен, то мы предлагаем вас познакомиться с ним дистанционно, так как все стажировки будут размещены на сайте центра в разделе «Банк эффективных практик», который будет пополняться по мере их проведения по времени. Приглашаем всех желающих посетить стратегическую сессию «Цифровая образовательная среда. Новый взгляд на структуру урока». Желаем вам приобрести много новых и интересных идей.